Можешь быть вором, а можешь вельможей. Я дам тебе все, что ты видел во сне на коже. Вот так обычно выступают многие звезды нашей эстрады. Да. Отключилась фонограмма. О да, это моя любимая рубрика. И вы знаете, с каждым разом становится все тяжелее и тяжелее находить такие видео. Я знала, что это закончится. А если вы еще не видели предыдущие подборки, я вам оставлю ссылку на плейлист с такими видео. А это музыкальный канал Russell Block, и сегодня я для вас подготовил новые видео, когда отключилась фонограмма во время выступления. И напомню, что фонограмма есть минус и фонограмма есть плюс. Мы начинаем, и первый случай произошел в прямом эфире. Второе видео будет далеко с 2009 года, хотя мне кажется, это было совсем недавно. Леди Гага только начала свою творческую карьеру под псевдонимом Леди Гага. Выступала она тогда в ночных клубах, и уже на первых выступлениях у нее произошел один из таких конфузов. Третий случай произошел с Кэти Перри в 2013 году в прямом эфире на Energy Music Awards. Да. Все началось очень хорошо, Кэти Перри вышла петь на сцену под фонограмму плюс, но в один прекрасный момент фонограмму выключил ведущий и сказал Кэти Перри снова спеть, только уже живьем. И что она сделала? Пошла петь живьем. Bonsoir, Кэти Перри. La bande son est partie un petit peu tard, il y a eu un petit glissement, mais comme on est en direct, if you don't mind, we can restart. What do you think? On peut commencer? Another energy, because we had a little problem with the sound. Un petit problème technique avec le son, je ne sais pas si I'm sorry to stop all your energy. I'm really sorry, but I prefer you to be the best. Vous soyez la meilleure, okay? Start! В начале своей карьеры группа Viagra тоже попала под руку неудачливого звукорежиссера. Во время их выступления им отключили музыку. Девочки, конечно же, попытались там петь что-то вживую без музыки, но вы знаете, лучше бы они ничего не пели в те микрофоны. Ну никак я не могу забыть тот случай с Юлией Самойловой, которая тоже немножечко флопнулась с фонограммой.
Обратите внимание, как тихо звучит ее голос в микрофоне и как громко на фонограмме. Не, ну это моя любимая реакция Юлечки. Полине Гагариной в последнее время не везет на ее живых выступлениях. То она падает на сцене, то у нее не единожды выключается музыка посреди выступления. Ну и буквально вот недавно у Полины Гагариной выключилась фонограмма. Я знала, что это закончится. При этом Полина Гагарина была уверена, что музыка звучит в зале, так как она продолжала выступать, ведь у нее в наушниках музыка и вокал был, а в зале не было. Если вы хотите посмотреть предыдущие мои подборки с отключением фонограммы и не только, например, казусы на сцене, выступали через боль, забыли слова на сцене, нападение фанатов на сцене, отключение микрофонов, падение и многое другое, то я для вас подготовил новый плейлист, который будет внизу в описании под видео. Там собраны самые топовые подборки, мои любимые, смешные. Заходите, смотрите с удовольствием, вам 100% понравится. А с вами был музыкальный канал Russell Blog. Спасибо вам огромное за ваш просмотр. Оцените это видео лайком и своим комментарием. Всем хорошего настроения. Пока!